яркие, задорные, талантливые. В этом году в фестивале приняли участие 50 коллективов. Юные артисты представили все направления хореографии – народный, эстрадный танец, модерн, джаз, уличные танцы. Именитые члены жюри из Челябинска отметили высокий уровень культуры участников. Одна капля дегтя – почти не был представлен классический танец. Высокий уровень подготовки, педагогическая работа очень проявляется. И культура, как исполнительская культура, так и общая культура детей, которые участвуют в работах, представленных на фестивале. Как правильно позвать весну, знают участники ансамбля «Апельсин». Новый номер принес ребятам звание лауреата и диплом третьей степени. Улыбка, тянуть носки, стараться. Всегда улыбаться и не грустить, и не быть такой. Стимул дальнейший для работы дает прежде всего. Эмоционально дети настраиваются. Командный дух вырабатывается. На гала-концерте победителям вручили дипломы и памятные подарки. Больше всех наград собрали группы X-Dance, театр танца «Авиаль» и ансамбль «Серпантин». Алена Позднякова, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».